Ближе к концу великолепного века нам показывают взрослого сына шахзаде Селима и Нурбану, Мурада. Он, после своего отца Селима, станет султаном Османской империи. В истории Мурад известен как один из самых многодетных султанов, но в сериале нам его показали совсем не таким, каким он был на самом деле. В великолепном веке Мурад – высокий, стройный юноша, довольно умный, особенно ценимый его далеко не глупым дедом, султаном Сулейманом. В реальности же он выглядел по-другому и отнюдь не был таким одаренным. Посол Марасини в 1585 году писал, что султан Мурад очень маленького роста, склонен к полноте, хотя и неплохо сложен. Хорошо он смотрится, когда сидит верхом в высоком тюрбане, поскольку тогда его маленький рост не столь заметен. Однако, стоя на своих ногах, он выглядит чуть ли не как карлик. Лицо у него доброе, большие светлые глаза, светлая борода и орлиный нос. А вот здоровье хрупкое, и, вероятно, он долго не проживет. И действительно, в возрасте 49 лет султану Мураду III стало очень плохо. Он уже давно страдал эпилепсией, а теперь еще и случилось обострение мочекаменной болезни. Когда он почувствовал, что его конец уже близок, то приказал своим слугам отнести его в павильон на территории дворца, из которого были видны корабли в проливе. Слуги играли для него на музыкальных инструментах, а капитаны проплывавших кораблей, знавшие, что их видит сейчас султан, палили из пушек. Вечером султан приказал отнести его обратно в покои, где он скончался через 3 дня. Большую часть жизни Мурад провел в обществе своего гарема, его обитательниц, а также проживавших во дворце придворных пажей, карликов, немых и евнухов. Женщины в гареме были довольно интересны и образованы, а потому он с огромным удовольствием с ними общался. А когда был не с ними, то упражнялся в стрельбе из лука, играл с немыми и шутами. Своих женщин Мурад III сильно не ограничивал. По крайней мере, те могли свободно прогуливаться по садам, простирающимся до берегов Босфора. А султан всегда делал своему гарему подарки к разным праздникам, деньги и драгоценности. Очень любил султан Мурад III пышные празднества. Одним из самых больших торжеств стало обрезание его сына Мехмеда, на которое были приглашены правители многих государств и даже Иван Грозный. Но последний не смог приехать, так как был уже стар и болен. Однако прислал в дар шахзаде Мехмеду целый воз соболиных мехов. Еще одной страстью султана Мурада была охота. Он охотился прямо в своих садах на территории Топкапы. В предыдущем видео я рассказывала о том, что султаны держали зверинец с дикими животными. Мурад охотился на оленей, козлов, вепрей, медведей и даже львов. Главными женщинами в жизни султана Мурада были его мать Нурбану и первая наложница София. Нурбану имела огромное влияние на своего сына. Венецианец Паоло Конторини писал, что в политике султан полностью полагался на советы своей матери и что советы она давала очень мудрые, оттуда почтение и безмерное уважение к ней. В донесении венецианских послов сказано, что после смерти Валиде Нурбану султан все единодушно признавали, что она была женщиной необычайно великодушной, мужественной и мудрой. Похороны Нурбану султан были очень пышными, а после похорон султан Мурад приказал построить в честь матери великолепную мечеть. Она сохранилась до наших времен и носит название «Мечеть Атик-Валиде». Другой важной женщиной в жизни султана Мурада была его наложница София, которой он сохранял верность около 20 лет, пока не произошло невиданное событие. Нурбану султан и сестре султана Мурада не нравилось то, что он привязан только к одной женщине и что у того один единственный наследник, и они решили подарить ему 3 красивых девушек. София, узнав об этом, прибегла к колдовским действиям. Мурад об этом узнал, отстранил ее от себя и перестал ей доверять. А в истории в итоге остался как один из самых многодетных султанов. По некоторым данным, у него было около 130 детей. Тем не менее, София не потеряла своего политического влияния, а в будущем стала валиде,
матерью нового султана.